День Святой Троицы – один из почитаемых и любимых праздников у православных. Его также называют Пятидесятницей, поскольку Троицу отмечают на 50-й день после воскресения Христова. Когда с верой было очень трудно, меликесцы, димитровградцы, они отмечали это как праздник березки. Отсюда пошли традиции, что мы этот праздник Троицу встречаем с вами около воды, около берез. На Троицу девушки испокон веков плели венки из березовых веток, а березой и полевыми цветами украшали дома и храмы. Трава и зелень олицетворяли жизнь. На праздник было принято и водить хороводы. Наши предки, прославляя Троицу, радовались наступлению теплым дням. Прошла весна, наступило благодатное лето. С этим праздником у народа связано достаточно много обрядов и традиций. Спуск березовых венков в воду – традиция, которая сохранилась до наших дней. Так незамужние девушки гадали на скорую свадьбу. Диана Чекмарева говорит, примета сработала. Свой венок она бросала в прошлом году. Я кинула свой веночек, он у меня поплыл. Я была безумно рада. А 11 августа мы с моим молодым человеком поженились. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.